Представьте, что, проснувшись однажды утром, вы оказались в Англии 18-го столетия. И перед вами возникла такая картина. Страна так нуждается в монархии. Почему бы лично вам не занять опустевший престол? Подобную задачу вы уже решали в первой части игры, появившейся в свет в 1994 году. Новая версия игры сразу обращает на себя внимание своей дотошностью, вниманием к мельчайшим деталям средневековой жизни, экономики и сельского хозяйства. Но разобраться с экономикой в одном единственном графстве не составляет никакого труда. А вот когда вы управляете сразу 30 землями, тогда это превращается в проблему, которую вам нужно решить. Но, конечно, самой главной изюминкой игры стали битвы и осады замков. Все битвы ведутся только при помощи обыкновенной холодной стали.